воевал на Северном Кавказе, на Южном фронте, в общем, и ранен был под Моздоком я. А в каких войсках? Сначала я был минометчиком на 120-миллиметровых полковых минометах, потом я был ручным пулеметчиком, потом я был радистом тяжелой артиллерии, меня швыряло, в общем. Но я все время был солдатом. И в каком году ты был ранен? Я был в конце 42-го года, меня ранили из самолета, из пулемета в ногу. И потом ты уже потом не вернулся на фронт? Или потом на фронт я не вернулся, но в армии я продолжал служить по разным частям. Uh-huh. Вот так вот. Но это было так давно, что у меня впечатление, что это не со мной было. В другой жизни. Да, не со мной было. Но, во всяком случае, война тебя сформировала, как, в общем, и все поколение. Да, и сформировала, и многому научила. Многому научила. И мое отношение к войне на сегодняшний день, которое есть в моей работе литературной, оно сформировалось тогда еще, в общем. Хотя я в то время почти стихов не писал, и о войне я стал писать значительно позже войны, по-настоящему. Булат, а скажи, у тебя есть литературное образование, или вот как это? Я окончил университет, Тбилисский так. университет, филологический факультет, значит, по специальности русский язык и литература. То есть педагог и потом я работал почти 6 лет преподавателем русского языка и литературы, сначала в деревне, потом в городе Калуге. Ах, война! Что ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом, солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дым. Наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетника. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад.